Дорогие друзья, мы рады представить на кубанском рынке продукцию завода «Чилсан». Завод «Чилсан» находится в Турции, в городе Маниса. Диски поставляет в 47 стран мира. Диски пользуются очень высоким спросом. Рады, что диски смогли завести на Россию. Открыта база в городе Батайске. Отличительные особенности диска в том, что мы можем поставить под заказ вам различную толщину диска от 5 до 12 миллиметров. В ассортименте диски самых разных диаметров, начиная от сеялочных 300-х и заканчивая почвообработкой мелиорации 1,20 м. Работает диск, к нашему удивлению, мы очень удивлены, до 7000 гектар проходит диск в работе. Примером тому служит Георгиевский завод «Техмаш», который установил 7-миллиметровые диски 660-е наборные. И вот в этом году отрапортовали, диски прошли 7000 гектаров. Это к нашему большому удивлению. Если обычный стандартный китайский диск, который поставляется на Россию, проходит 500, ну 700 гектар, Турция поразила всех. Качество очень высокое. Мы горды своей продукцией, горды, что мы можем ее представлять на рынке. Мы создали консорциум. Значит, в консорциум входит компания «Вектор» Нижний Новгород. Это завод по производству запасных частей для дисковых «Барон». Для дисковых «Барон» производим ступицы различных модификаций с подшипниками 0809, с двумя 09 подшипниками, короткие ступицы, необслуживаемые ступицы. Завод «Чилсан» также представляет широкий спектр лап. Лап к различному оборудованию, к различным культиваторам. Лапы практически можем изготовить практически любого производителя европейской техники. Лапы стойки, все испытано. Качество также очень высокое, высокое за счет качества металла. Металл используется только барированная сталь. Металл используется только европейский. Ну, в общем, меньше 1000 гектар лапа не работает. Хотя даем 500 гектар, но лапа работает по испытаниям от 1000 до 1500 гектар. Рада была, что вы нас прослушали. Ждем ваших заявок.